Темный контур алтаря. В храме тихо и просторно. Мир снаружи иллюзорным представляется. Горят свечи, редкие числом. И от этого покоя сердце легкое, большое, словно от воды весло оттолкнется и замрет, продолжая жить вне тела и, не ведая предела откровенности, ведет разговор с самим собой о любви и боли вместе. Отыскав ладонью крестик раскаленно-золотой, буду слушать этот стук, видя восковой огарок, принимая как подарок всю вселенную вокруг.